что будет во второй фазе? О, Ольга Дмитриевна, привет! А, все, пока. Ага. Всем здорово, ребятки, привет! С вами опять бесконечный Айзек и... бесконечный Витек. Да, пока я есть, я бесконечный. Не знаю, в меня сегодня философская молния ударила, и я теперь генерирую непонятные слоганы. Так вот, опять я пытаюсь пройти этот мод, мы с вами играли, я уже не помню за кого. Давайте, ребятки, пойдем играть, как обычно, за рандом, но мы-то помним. Путем запроса в чат я узнал, что мы, кажется, играли с вами за Мику и за Шурика. Кстати, они рядом стоят почему-то. Поехали, узнаем, за кого сегодня играем. Толя? Это же местный лост. Да, это местный лост. Ох, это будет боль. Ну, давай попробуем. Черт побери. Начало-то не ахти. Ну, учитывая, что я могу летать по пропасти, это небольшая проблема. Да. Так, а вот, конечно... Ты кто? Импресс. А ты кто? Бомба. Бомба и импресс. Толя был Витя, Витя был Толя. Не было Толи, мы за него так и не смогли пройти. Я точно помню. Я попытался, но... не зашло. Но, в принципе, за лоста я всегда прохожу, только если мне выпадает Dead Cat, ребят. Я вот честно скажу, потому что полностью играть, ни разу не попавшись два раза в одной комнате на чью-нибудь слезу или еще что-нибудь, ну, для меня это почти невозможно. Я не настолько профессионал, чтобы вот так вот настолько скиллово вообще играть. Так что, ну, первый уровень легко проходится без попадания, конечно. А вот дальше беда, печаль. Печаль, беда. Так, у нас есть золотой телепорт. Витя, ты не начал запись? Начал. О, батарейка. Батарейка — это то, что нам надо, кстати, если мы собираемся... Ты смотри, а. Если мы собираемся использовать... Ты троллишь, что ли, меня? Я три раза не смог зайти подряд в золотую комнату. Не надо тебе туда идти, говорит игра. Не надо тебе туда идти. Там нет ничего вкусного для тебя. А я хочу зайти и проверить. Что, зря, что ли? Ну-ка. Действительно, не надо мне сюда. Ну, можем покерачить. Во-первых, видите, мы нашли с вами секретку. Да, киркой можно открывать секретку, ребят. Я раньше как-то вам не говорил, наверное, об этом. Что я здесь хочу найти? Блин, а здесь классная вещь есть под названием... вот это вот. Вот это вот. Так, надеюсь, сейчас денег где-нибудь достанем. Так, достанет все интереснее. Но выжить-то оно мне не даст все равно. Когда я буду умирать с криками «Твою же мать! Какого хрена? Почему меня ударило?» А я так буду кричать, потому что я за лоста играю. У нас есть шанс попасть в дьявольскую комнату прямо на этом этаже. Но только если мы с вами все правильно и четко рассчитаем. Если мы найдем суперсекретку... А, даже суперсекретка уже не нужна, получается. Отлично. Не, погоди, я же еще Ваймерор хочу. Нужна суперсекретка еще. Так, стоять, не плеваться. Тихо, тихо. Муха, ты что не нападаешь на него? Муха, ты что прилипла ко мне? Так, у меня импресс есть. Давай импресс прожмем. О, господи, боже мой, что со мной произошло? Из меня Мику полезло. Что за чертовщина, ребят? Это походило... Прикиньте, когда направо стреляю, почему-то из меня Мику лезет. Какой-то дикий баг случился в моде. Я на какие-то косяки со спрайтами. Кто-то что-то не доработал. Но выглядит забавно. Та-т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 а. Так, отлично. Витя, ты крут, пишут. Спасибо. Так, Мику, перестань смотреть на меня. Ну, эта мне штука не нужна. Или она там удачу дает? Ребят, скажите мне, пожалуйста, она дает удачу или нет? Подскажите, пока я тут бегаю. Так, мне нужно найти суперсекретку. Нету. Вот это же косяк. Потому что если я не найду суперсекретку, то мне нужно две батарейки. Потому что первый телепорт меня отправит в...
Что да, дает. Хорошо. Раз дает, то возьмем. Да, удачу дает. ХП-то нам пофиг, а вот удачу пусть будет. Так. Так, что это? У меня пластырь какой-то на мне. А, эта штука и есть. Мне нужна вторая батарейка, либо суперсекретка. Я даже не представляю, где можно ее найти. Батареек в продаже нет. Так, нужна суперсекретка. Давайте попробуем вот здесь. Черт. А здесь? Дважды черт. 50 рублей от Никит. Привет, Витек, ты меня помнишь? Привет. Если да, то я поставлю лайк, и ты обязательно наберешь имбу. Отлично. Удачного стрима. Давай. Ай-яй-яй-яй, убивают, черт побери. Ansus Vision. Блин, музяка классная. Все-таки мне нравится эта музыка. Ребята, 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 ну что же вы кругами-то вокруг меня бегаете? Ну дайте меня вас убить-то. Умрите, умрите, сколько вас можно дамажить-то? Ух, слава богу. Так, это проход. Перта Ченч. Бланк Руна. Так, из Бланк Руны Эйваз попался. Давай еще один Эйваз. И еще один Эйваз. Так, все хреновые. Перта Ченч, Ансунс Вижн. Но Вижн мне не нужен, а Перта Ченч я с собой возьму. Фух, так, ну что, поехали. Сейчас будет телепорт в сделку. Да. Сделка явно не удалась. Явно не удалась сделка. Здесь нам делать совершенно нечего. Хорошо, ладно, тогда в Ваймерор. Отправляемся в Ваймерор. Хорошо, что батареечка одна выпала. Вот здесь уже что-то есть. Это Илья, Витя, привет. Привет. Тащу. Мамин паричок. Ай, господи, вы посмотрите, на что Толик стал похож. Классный он стал. Хорошо, поехали дальше попробуем. Витя, а что дает золотая подкова? Ой, там какой-то эффект такой очень сумбурный, если честно. Поэтому не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Вот сюда опасно ходить, кстати. Ну, давай сходим. Вот если они меня задамажат, то я здесь останусь навсегда. Синя-фиолетовый шарик с постой, черно-бело-сине-фиолетово-красно-голубую крапинку с бело-черной полоской, черно-бело-сине-фиолетово-красно-голубую крапинку. Фух, даймондс. Даймондс. И перту. Хорошо, запомним, что у нас есть даймондс, обязательно вернемся. Хороший камень. Так, но мне в хорошем камне нужен только кирпич. Слушайте, заметьте, какое у меня огромное количество бомб-то понавыпадало. Так, кирпича нету, к сожалению. Ну, я имею в виду... Так, батарейка. Замечательно. Под кирпичом я, конечно же, имею в виду камушек, который мне всегда поможет, который очень сильно начинает всех бить. Лампочки. На меня нападают лампочки, господа. Лампы, туши лампы. Это пионер обезглавленный. Видите? Ух ты, еще одна батарейка. Отлично. Это вообще супер. Чем больше батареек, тем больше вероятность того, что мы замечательно заскочим с вами в этот, как его, Ваймерор. То есть в дьявольскую комнату мы в любом случае с вами зайдем. Тут, да, тут без вариантов. О, что мне может это дать? Да, собственно, ничего. Не буду я ее подбирать, это точно. Витя, прочитай меня, кто-то кричит. Зачем тебе менять тебя? Господи, боже мой, ты о чем? Погоди, я тут пытаюсь игру сломать, он мне «прочитай меня» пишет. Ну что ты за человек, а? Ай, потрогал меня, пионер. Ух ты, голда. Нет, ну это не нужная вещь, если честно. Но поюзать-то ее можно. Никто не запрещал использовать всю эту фигню. А потом тут же реролить. Так, реролить будет, наверное, бомбой. Да, 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 the mind I know all, это очень даже хорошо. Вижу полностью весь этаж, вижу полностью все секретки, то есть, сами понимаете, для золотого телепорта это очень даже неплохо. Так, сюда тупо зайти, там он какой-то мини-босс, нам придется его убивать. Ластик. Отлично, мухи в него зашли от души просто.
Дай арт какой-нибудь, я его зарерулю. О! Так, замечательно. Давайте рерулить. PHD. Ну, хрен с ним, пусть будет. Стоп, там же эта фигня упала. Small. Пусть будет small. Перта потратили. Это потратили. Значит, нужно зайти и забрать свою карту. Так, и, собственно, отправляемся к боссу. Здесь делать-то больше нечего. Мухи. Вот такая муха рождается, такой огромный-огромный паучандр. Так, забираем секреточку. Опять они. Блин, они меня потрогали. Это совсем плохо. Уходим. Ну его нафиг. Ну его нафиг. К боссу ушел. Ладно, хрен с ним. Ребята меня там успели потрогать, и там как-то так наперерез прям один шел мне. Я решил избежать столкновения. Оп-па-па-па-па-па-па. И разорвать дистанцию. Тем более у меня есть две батарейки на этаже, даже три, если с учетом магазинной. А это, ребят, дофига. Мне нужна всего лишь одна батарейка, чтобы попасть в суперсекретку. Ой, говорю. Оговорился, конечно же, вайм эрор. А у меня их целых три на этаже, так что я лучше перестрахуюсь. Ну, совершенно ненужная штука. Вот это возьму. Это обязательно, конечно же, возьму. Единственное, что к мега-сатане мы теперь, наверное, вряд ли попадем, так как сделки начали делать. Но проходить на лосте без сделок, я, если честно, не представляю, насколько это вообще возможно. Так, опять меня потрогали. Ай! Тихо. Тихо. Покажитесь. Есть. Фух. Так, Algis Resistance. Dagas Purity. Ненужная вещь. Так, попробуем еще раз сделать хороший пол. Хорошего пола здесь не бывает, видимо. Три хваза, прикиньте. Эх, у вас еще у вас. Давай Algis возьмем. Так, батарейка и телепорт Ваймерор. Батарейка. Да что ж ты будешь делать-то? Много, говорит, Айзека я пропустил. Ведь я тащ... Да что ж ты... Я к этой батарейке шел 3 года. Йо-й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 о. Как-то я не ожидал вот этого вот экшена. Все, отлично. Так, прошли Аймерор. Ну, давайте скрывать. Что здесь интересного есть? Золотая бомба. Зачем? Ускорение. Пусть будет. Столько денег, а я... Паразит такой уже использовал. Но я Algis тогда бы не взял сюда. Ну, видите, артефакта не было. Ну, поехали отсюда. Поехали, хорошо. Ставлю 1000 баксов на то, что Вити соберет имбу. Не сильно-то вероятно, потому что, видишь, дьявольские сделки почему-то мне не дают огромное количество. Блин, и смотри, XL-ный уровень попался. Ну как так, а? Ну вот, самое подляное — это XL-ный уровень, когда у тебя золотой телепорт есть. Потому что I'm Error и сделка всего лишь одна. На этом уровне. Нифига себе, здесь леших сколько. Блин, с моими-то показателями. Это беда. Так, ну в этом моде, по-моему, на хашу у нас нету ключей. Насколько я помню. Хорошо, что скорость там подцепить успел где-то. Как много этих скелетов. Во, закидывают, а? Так, видите, Гаппи собирает и сатану истребляет. Да... Стоп, чуть не вошел. Я забыл, когда дамажит? При входе дамажит. Прикиньте, если сейчас вошел, то все, остался бы тут. Так, просто пауков. А, не, при выходе дамажит. Все, тогда все в порядке было. Я забыл, у нас же полет есть. Да. Так, собирай Гаппи. Хорошо ты сказал.
Ёшкин кот. Так, у нас есть еще один вариант тени Уды собрать и закончить уже, собственно, не Толиком, а кем-то другим. Придется зайти в эту комнату. Так. Ну-ка. О, вот это неплохая штука. Так, теперь вопрос. Напомните мне, как надо взрывать, чтобы проскочить в супер эту секретную комнату? Я опять забыл, черт побери. Сначала слева, потом справа. Слева. Потом справа. А потом я сам туда. Есть! Есть, есть, получилось с первого раза, замечательно. Мухи, что вы здесь делаете? А ну свалили. Свалили в туман. Так, что мы из этого можем взять? Пиггис Бэнк нам не нужен. Батарейка нам не нужна. Шарп Плак нам не нужен. Нам ничего не нужно, прикиньте. Из того, что здесь есть, мне ничего не нужно. Ничего вообще не юзается. Просто пустырь. Бомба. Я, может быть, эту штуку взял, но я боюсь, что она очень плохо работает с золотым телепортом. Она может мне куда-нибудь выкинуть. Вообще в жопетень. Здесь мне ничего не нужно, прикиньте. Читы? Нет. Эксплойт. Витя говорит, имба-хакер. Да ладно, я такое уже проворачивал на стриме. Что, вы не видели, что ли, никогда? Бежим! А я спрятался. Ха-ха. Неудачники. Нога хороша. Вот нога хорошо зашла. Не бери, пишут, ничего. Ну так я ничего и не брал. Так, а вот смотри, сейчас бомбу вот здесь поставлю. Так, и сразу и сундук. О, камушек, отлично. Камушек это то, что надо. Камушек это плюс дамаг. Раньше, кстати, у этих штук можно было сзади зайти. Даже когда они стреляют, но сейчас, по-моему, это пофиксили. Так, нам нужно зачистить весь этаж, если мы хотим получить удовольствие. Так что продолжаем наше путешествие. Пока что все в порядке. Вот тут мне нифига не нравится, что происходит. Слушайте, а я же могу вообще пройти игру, у меня же листик есть. То есть, теоретически, ребят, вот чисто теоретически, я могу заходить в комнату и стоять. И эта нога убивает всех. Но тогда прохождение займет, ну, супер огромное количество времени. Я этого делать не буду. Вы же не хотите, чтобы я тут вам сидел, просто истории какие-то рассказывал. Так, тупо голда. Берем. Кстати, а боссы, вот они здесь, рядом. Прикиньте, как забавно. Какая-то багнутая генерация. Потому что боссы обычно генерируются в самой далекой комнате от входа. Вот. А здесь, сами видите, комната далеко не самая далекая. Так, на обратном пути возьмем. Пара-пам-пам. Слушайте, уже 16 минут играю за Lost и еще не умер. Это мой рекорд. Шутка. Ай-яй-яй. Так. Ну тут либо можно трупом прикинуться вот этим вот, либо алгиз прожать. Хорошо, сработано. Friends till the end. Берем. Так, здесь огромное количество мух. Но ничего, мы справились. Привет, Витёк, что за мод? Это Everlasting Summer. The Binding of Everlasting Summer. Витёк, ты дядя Витя, пишут. Ну да, для кого-то я дядя Витя. Все верно. Слушайте, меня сегодня еще один человек узнал на улице. Подошел такой. Ой, а я вас знаю, говорит. Я на вас подписан. Я такой, ой, здорово. Но я сейчас очень сильно торопился, потому что я заблокировал одного человека проезд.
А он уже там нервничал, значит, чуть ли не бибикал, поэтому пришлось быстро расстаться. Давай возьмем фиршот. О, Есмазер собрал. Вау, а как фиршот это есть? А, это же духи. Ну да, логично. Так, у меня теперь есть нож из попки. Нож из попки. Хе-хе, видали, видали, как я его своим остропопием победил? Где сердечко? Сердечко спит. Так, денег-то в принципе много. Отсюда бы достать какую-нибудь Кенсор или Винторога. Вот, мычка тоже пойдет. Че, для начала. Кстати, а где магазин? Висельник. Тому, у кого есть полет. Висельник. Прикалываешься? Рыба, голова. Так, кому-то там привет передать пытаются? Нет. Много пропустил, конечно. Так, давайте тридцаточку, все-таки денег себе оставил. Вот как назло. Когда я иду нормальным персонажем, фиг, кто мне надает столько количества сердечек. Сейчас 4 сердца уже, смотрите, выкопал. Черед. Ну, алгист, конечно, получше, чем черед будет. Так, смотрим. Ух, как нога-то хорошо их прочистила. А у ноги, кстати, повреждения тоже как-то скалируются. О, батарейка, это первая. Это первая батарейка, да, на этаже? Ну, теоретически, в принципе, этого должно хватить. Так вот, что я спросил? А, удар ноги скалируется от моих повреждений? Такой вопрос каверзный. О, еще одна батарейка. Ну, теперь я король вообще. Теперь я король, точно попадем куда хотим. Мы с вами попадем и в сделку. Обязательно мы с вами попадем также и в Аймерор комнату. Так, кто здесь? Бомбы какахи. Ладно, берем. Что в магазине? Опа, хаос. Опа, хаос. Ну, учитывая, что я сейчас пойду в сделку, опа, хаос-то не очень-то и привлекательно выглядит. 90 рублей от Warcrafter Ферокотлета, поиграю в Warcraft. С запятой трех, и еще хочу короля. Обязательно король будет, ребят. Warcraft, так скоро же новый аддон выйдет. Но я не буду в него играть. А может и буду. Не знаю. Скорее всего нет. Так, боссы, тут главное вытерпеть. Ух, сколько здесь, 4 червяка что ли будет? А, 2 синих червяка больших. Ой, как ногой-то его распилякало. Далее ножик выставил. Уж нога там, по-моему, убивает сильнее, чем я. Ага, ну что ж ты по попке-то его? Топчи ему в лицо. 50 рублей от Шразы, лови гостиниц равно. Приятного времени припровождения. Спасибо. Я гриб нашел, это плюс дамаг. Плюс бешеный дамаг, ребят. Так, 10,2. Уже лучше. Так, кто здесь? Чат. Ну, чат это совершенно ненужный для этого персонажа герой. К сожалению, артефакт, который с него выпадет, мне тоже совершенно будет не нужен. Потому что с него падает только один артефакт. К большому сожалению. Отстаньте от меня, мухи! Умри, чат. Откроется? Нет. Нет, не открылось. Но, в принципе, я готов к этому. Полетели к сатане. Так, пердушник. Берем. Берем пердушника. Так, и еще один батарейк. Так, где ближайшая батарейка? Где-то слева. Ведь и мы верим в тебя, пройди. Хорошо. Как приятно, когда в тебя верят. А я намерен пройти, ребят, я намерен пройти. Опа, два арта и тупо деньги, грубо говоря, нам тут дают. Ну, давай деньги возьмем, хорошо. Деньги еще будет где потратить. Может, надо было за хаосом сходить. Наверное, надо было после дьявольской сделки пойти за хаосом. Хотя не факт, что это хороший вариант был.
Витя, не умирай. Так, батарейка есть, уже хорошо. Быстро ты откинулся. Дамаг. Ребята, дамаг решает в этой игре. А, мне пофиг, я успею пробежать. Это они так в меня стреляют. Что это у тебя тут? Бомбы, говоришь? Слушайте, бомбы огромное количество падает, я удивлен. И почему-то в этот раз они не успели меня прижать. Так, здесь кольцо у нас сгенерировалось. Витя, а как же хаос? Ну, думаю, не знаю, тут... Понимаешь, я еще посещу как минимум 4 дьявольских сделки. И... Нужно ли мне это? Вот это вопрос большой. Так, это сильное отталкивание. Вот, может быть, даже и с ним пойдем. О, рублей, Владимир Ёж. Дай папину ногу погонять. Дай папину ногу погонять. Никак прихлопнуть не могу. Старый гриб. А он там дамаг дает или нет? Я забыл. Он увеличивает, по-моему. Что-то он там дает. Что-то он там копейки дает какого-то дамага. Он, видите, он замедляет. Ладно, в следующий раз будем осторожней. Так, еще батарейка. Уже 2 батарейки. Так, вот эту батарейку я, наверное, куплю. Быстрая зарядка. Здесь эта штука что нам даст? Я не помню, что она нам даст на этом этаже. Блин. Самый трэш дала, который не нужен. Пьюберти, блин, пьюбертатный период еще мне дали. Деньги все девать некуда, поэтому я решил их потратить. Как бы это предпоследний этаж. На том этаже, если что, взорвем аппарат. 23 бомбы нам позволяют это сделать. Поэтому я решил потратиться. И время ваше не тратить на просмотр, что же там дает эта штука. Ай, тихо. Фух, ты ж смотри, а. Хорошая секретка. Тихо, ты что творишь, а? Здесь могут быть арты. Но нет. Сейчас посмотрим вон там. Бам! Нет артов, нету, есть пара бомб и деньги. Отправляемся дальше. Радик. Здорово, Радик. 100 рублей от Радик, давно смотрю тебя на ютубе, но первый раз попал на стрим. Я рад. Самые ламповые стримы. Здорово. Зритель самый ламповый присылает впервые донат. Мои эти поздравления, все бывает первый раз, я всем так говорю. Так, Витя читер, говорят. Его 10 раз уже ударили, он не умер. Но у меня хули мантл на то и есть. Чтобы не умирать после первого удара. Вот если меня 2 раза убьют в одной комнате, ударят, точнее говоря, то я тут же усвещу. Тут же усвещу. Так, давай грибы взорвем. Нет, опять-таки ничего. Так, мы с вами одну комнату не зачистили вот здесь. Обязательно нужно зачистить. Не то, что зачистить, нужно открыть все комнаты, чтобы они стали светленькими. Видите, все комнаты, которые я не заходил, они темненькие. Я захожу, они светлеют. Вот, так, вот эта пакость сейчас. 51 рублей от Фрибрашка. Люблю канал, но ведь выпрашивай донат не по-пацански. Во многих стримах это есть. Выпрашивать донат не по-пацански, во многих стримах это есть. А, ну да, бывает. Хорошо, не буду. Вот лично у тебя никогда не прошу. Договорились? На. Так, и последняя комната на этом этаже. Ну, не считая босса. Вот это сейчас у ворот был. Все, бомба.
Баста. Идем. Слушайте, а у меня стопроцентная почему-то сделка с дьяволом. Что я сделал? Локи, привет. Умри. Желтый шприц на барабане. Что у нас там? Дамаг, дамаг, так, так. Если взять двух котов, то жизни будет 18? Да, жизни будет 18, если взять двух котов. Я не знаю, я не хочу рисковать этим желтым шприцом, потому что он периодически такие подставы вообще рисует. О. 50 рублей от Андрея. Привет, Витек. Как у тебя дела? Много я пропустил? Привет. Да вообще круто было. 111 рублей от Тимка. Дед, даров, как делишки, Витек? Поиграй в КТ 5. Очень интересно посмотреть, как ты играешь в нее, Blood Trail. Ну, во-первых, я GTA 5 уже прошел. Ну, конечно, онлайн-режим нет, но... Так, ладно, давайте, поехали в Аймарор. И смотри, здесь золотые какие-то штуки лежат. Муха. Муха-цикатуха. Я даже забыл, что она делает. А, она двигается по моим следам с замедлением. С замедлением двигается по моим следам. Смотрите, к Хашу мы в любом случае не успеваем, поэтому я спокойно задумываюсь где-то посреди экрана. Окей, вниз. Окей, снова вниз. Иги. Энерджи. Так, энергия уже, батарейка, смотрите, сколько лежит. Так, сражаться с боссами ради двух сундуков. Окей, я готов. Но, к сожалению, у нас уже был грипп, поэтому такого эффекта эйфории я не получаю. Но плюс 0,5 повреждения она все-таки дает. Так что я только за. Инкуб попался очень даже кстати. Собственно, в два раза больше повреждений получается у нас. Ничего. Поехали дальше. Поехали дальше, вот сюда направо. Витя, поиграй в Dark Souls 3. Прошел. Ребят, вы прежде чем предложить что-то поиграть, вы посмотрите, пожалуйста, в описании под любым видео есть ссылочка на игры, которые я прошел. А, кстати, за последний месяц игры, которые я играл, я их не добавлял. Надо все-таки взять в руки себя и добавить. Ну, это дело, в принципе, быстрое. Недолгое. И... Да и все видели последние те игры, в которые я играл, и так все знают. Список специально для того сделан, чтобы вот кто приходит, новичок, чтобы знал, что да, я уже во что-то играл, прежде чем предложить. Так что и GTA, и Dark Souls уже, ребят, все было. Витя говорит Сид. Сид. ЕФЦТХБГН. Ни одной циферки, прикиньте. И еще одна батарейка. Так. Здесь отбираем. Так, а это у нас Некрополис 2. Ну, в принципе, мама там не мама, нам пофиг, мы все равно уедем. Так, золотая комната. Рабер-цемент. Ну, почему бы и нет? Давай возьмем. Как по мне, это прикольно, когда твои слезы скачут, как бешеные... Единственное, что они же теперь пролетать не будут. Да, они же у меня пролетали раньше. Ну ничего. Ничего страшного. На более поздних уровнях очень мало вообще препятствий на этажах встречается. Так что это даже к лучшему. Ну бомбами меня прям заснабжали. Честное слово. Так, мы забыли с вами одну комнатку зачистить. Вот здесь. Без нее не получится. Что-то мне лень стало обратно бежать. Я решил через секретку пройти.
Привет, мухи. Совершенно ненужная штука. Хорошо, он у меня греб, да? Так, а зачем я тогда деньги собираю? Видите, магазин-то оказался не удел. Так, хай, Вить, у меня гром и молния на улице, а у тебя? Не, у меня вообще тишина полная, сухо, комфортно. Как ураган Кефри. Черт, я кого-то вызвал. Красный сундук. Что, неплохо идет, а? Ой, сейчас накаркаю. Ай-яй-яй. Вроде жив. Вроде жив. Так, выйдем на всякий пожарный. Смотрим. Hagalas Destruction. Friends till the end. Perta Change. Неплохо, бланк. Berkano. Так. Снова Hagalas. Дагаз, давай прожмем Дагаз. Так, ну перта, здесь перта. Перта берем. Поехали. Так, мегамозг. Слушайте, вот это хорошая штука может быть для меня. Или она не распространяется на моргание от... А, это вообще не то. Это же ребро. Все, глупости говорю. Все, босс, ребят. Ну, тут, слушайте... Блин. Я боюсь, я ее не осилю своими силами. Скорее всего, лучше давайте мы не перту возьмем. Давайте, наверное, все-таки возьмем Алгиз. Я под Алгизом буду ее убивать. Хороший камень. Опа-парапап, кто здесь? Моя любимая вожатая. Смотри. Моя любимая вожатая плюется в меня. Так, хорошо, пока идет, хорошо идет. Ты что, неужели смогу? Да я смог! Да я просто герой. Так, мы с вами наверх ходили или вниз? Кто помнит? Давайте пока думайте, куда пойдем, наверх или вниз. Пишите мне, пожалуйста. Я схожу в сделочку. А, тут ничего нет. Ну, арт, дай. Подляна, вообще ничего нет. В принципе, за лоста все равно куда идти. Так, очень многие за то, чтобы я пошел вниз. Иди вниз, потому что в ошибку пойдешь. Да, спасибо. Хорошо, давайте вниз. Давайте вниз, пойдем в ошибку. Так, ну тринички мне не нужны. А вот грибочек, наверное, в плюс мне даст. У меня станет скорость атаки 5, но совсем чуть-чуть меньше повреждений. Ой, да я еще и Вангая собрал. Да, он действительно подошел. В два раза больше скорострельность, а повреждение там, ну, процента... Даже на, ну, на 10% уменьшилось. То есть overall damage, как говорится, поднялся. Тем более за каждое попадание у меня есть возможность, что сгенерируется паучок. Так что это большой плюс для меня. Так, поехали дальше. Как видите, мои мячики тут летают, всех валят. Довольно-таки упорото и знатно получается. Мне это нравится. Черт побери. Да мне это нравится. Смотрите, я как с ними в волейбол тут играю. Где еще враг-то? Вот она. Колбаска. Спейтс. Огромное количество ключей. Вот эти вот кустики, они меня раздражают. Я их не замечаю. Они настолько незаметные. Так, это можно взорвать, то здесь будут боссы. Тихо-тихо. Вот я заливаю. Ты смотри, гороха сколько надавал. Нам идут. Сейчас будет червяки, да. Faded Polaroid. Не, давай лучше отброску возьму. Хотя, кстати, отброска зачем, если у меня Bouncing Tears. Они не отбрасывают, в принципе. Они сами отпрыгивают. Ой, попали по мне.
В этом их минус. То есть они вообще не отбрасывают врагов. Они сами отражаются, предпочитают. Опа. Кто это? 50 рублей от Арбакаст. Зачем нам Утс в золотом пальто? Мы хотим иметь Витька с золотым сердцем. Насыров, Дучик Тарс. С золотым сердцем. А зачем я, кстати, взрываю камни? Кто мне подскажет? Вот какая вот... Если я уже камень нашел, мне вообще их можно не взрывать. Я просто по инерции это делаю. Но не надо. Так, вот это опасная довольно-таки комната. Учитывая, что у меня отражающиеся выстрелы, видите, я там стрельнул с одной стороны, мои выстрелы долетели, успели до другой. Это очень прикольно. О, полный ад, стрелы летают как хотят. Блин, хоть одна батарейка нужна. А то я могу и не попасть туда, куда хочу. А я хочу в I'm Error. Нужна батарейка. Для I'm Error нужна батарейка, ребят. Потому что шанс, что откроется дьявольская сделка, 36%. Но это не шанс, сами понимаете. Больше шанс, что она не откроется. О, есть батарейки, замечательно. Играем, живем. Там-там. Так, что такое Prime Life? Prime Life — это группа стримеров, которые раньше я создавал, которые играли в Prime и не только. Ну, в общем, конечно же, это все дело уже ушло. Ох ты ж, я сердечко подобрал. Да не нужен мне уже желтый крестик. Я уже взял все, что мне надо оттуда. Лост из желтого крестика, что полезного может получить? Так это только, ребят, артефакт. Маленький камушек, который добавляет повреждений. Я уже такой достал, поэтому мне эти желтые камушки не нужны. Не нужны. Что-то я гнусавлю, нагулялся сегодня, блин, холодно было. Я так давно хотел дать тебе этот полтос, но вот все никак, время не находил, вот нашел, короче, без лишних слов, держи, купи себе дошек. Спасибо, обязательно дошек куплю. Так, босс, Локи, привет, сдвоенный. Заливай, я тоже сдвоенный. Надо же, прокнуло. Так, коробчонка. Ничего не нужно. А вот тут интересно. Вот тут интересно. И это нам дамаг даст путем размножения моих выстрелов. И это дамаг даст путем просто тупо добавления повреждений. Приятно, черт побери. Так, полетели. Так, паучанская любовь. Ну вот эта штука мне не нужна. Погнали, вниже. Сундук с камней с крестиками может упасть. Ну, даже не знаю. Ну, да, конечно, может. Тут оспаривать я ничего не буду. Но вероятность-то какова? Какая музыка интересная. Что-то я не припоминаю такой... Такая мужика вообще есть в игре? Кто подскажет, кто расскажет? Давай, давай, лей-лей-лей, убивай. Слушай, сейчас бы кэнсер найти, было бы вообще бомба. У меня вместо 4, у меня было бы 2 повреждения. Скорость выстрела 2. То есть я бы еще в 2 раза быстрее стрелял. И это круто было бы. Ууу, арт. Кто ты? Неинтересный арт оказался. Это оказался покебол. Там, видели, в конце кто-то появился. И не успел даже появиться, я так сказал.
Так, Витя, ты куришь или вейпишь? Нет, не курю, не вейплю. Ничего не делаю. Только в игры играю. Все. Я знаю, знаете, люди приходят там в комментарии. Лучше бы ты себе работу нашел, сидит в игрушке и играет. Такие чуваки вообще бомбезные. Я их сразу в бан отправляю. Че с идиотами общаться? Не, они же не знают, что я, и у меня и работа есть, и семья. Они думают, что... колючая штука. Что если человек на ютубе снимает видосики, то он кроме этого ничего не делает. Тоже мне. Это, видимо, знаете, мечта. Мечта любого сидеть и на ютубе топовый видосик снимать, и все, и больше ничего не делать. А как же саморазвитие? Нельзя ж только одними видосиками ограничиваться. Если бы она меня укусила, это было бы... А, ну я бы телепортом тогда уехал. Так, еще кучу батареек выпало. Но смотрите, я пока живой. Я даже и не ожидал, что я на толике так далеко уеду. Book of Revelations и Necronomicon. Но была бы книга бессмертия, я, может быть, даже и бросил бы этот телепортатор. Потому что вот бессмертие — это вообще тема. Опа! Голова Гаппи. Хорошо. Но я же все равно не соберу Гаппи, вы же понимаете. Хотя дьявольская сделка сейчас будет. Две части от Гаппи может быть в одной сделке. Так что шанс призрачный, но есть. Давайте попробуем. В конце концов, мы еще можем где-нибудь кусочек Гаппи найти случайно. Ууу, аппарат. Давайте аппарат помочь им и почитаем, что вы пишете. Все, не вытерпел. Не вытерпел аппарат. Лопнул. Ansus Vision. Не пригодится, я и так все вижу. The World тоже не пригодится, я и так все вижу. Wheel of Fortune. Это неправильный Wheel of Fortune. Judgment. Кстати, из Judgment может артефакт выпасть. Так, Hermit Moon. Ну давай попробуем Judgment, подонатим еще. Вдруг карт бросит. О! Десерт. К сожалению, это просто десерт. 99 ключей. Поехали отсюда, ребят. Пустышка. Пустышка была комната. Ничего совершенно мне не дала. Ну, я не говорю вот про эту маленькую фигурку, которая там летает. Фух, так. Так, у меня есть Algis Resistance. Если что, можно прожать. Поехали. Как так? Толян против Толина, смотрите. Фига себе, как я так раздамажил-то сильно. А как я так сильно-то раздамажил? Вот это я просто герой. Так, сделка 2 арта, неизвестно кто. Так, кусок Гаппи. И... Да, 2 куска Гаппи! Уху! Неожиданно, да? Взяли, собрали Гаппи. Вот это вообще сейчас бомба пойдет, ребята. Вот это вообще сейчас пойдет. Я же говорил, что шансы призрачные, но есть. Я оказался прав. Вот это везуха пишут. О. Ой, мозги! Ой, бомба! Так, меня хотят достать отсюда, ребят. Я взял, спрыгнул. О-ло-ло, кто-то пишет. Да вообще... Гаппи. Слушайте, я вообще крутой стал. Так, Шиол. Ну, в Шиоле нам тоже можно, ребят, пойти...
через суперкомнату вот эту. Тихо, чуть не попало. Я тут, значит, про суперкомнату рассказываю. Она мне дамажит, пытается. Та-да-та-тан. Музыка клевая. А, я ее сбил, я сбил клевую музыку. Помигорка, Витя, привет. Привет. Это снова я, ты меня помнишь? Музыку на перерывчик, плисанги, аминедрими. Стоять, вали их. Так, куча сундулей. Давай, давай поиграем. Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Сколько ты вызовешь, босс? Ха-ха-ха. Классная игра, я придумал. О, какой арт. Какой арт, ребята. Чё так поздно, только непонятно. Грибочек, кстати. Наверное, даже грибочек возьму. Наверное, даже возьму грибок. Так. А, у меня сейчас сундуков будет немерено падать. Я же этого собрал. Гаппистейл. Она дает увеличенное количество дропа сундуков. Я думаю, что так сундулей много стало? Зачищай его, тихо, вложись. Кстати, смотрите, у меня 0% шанс попасть в дьявольскую сделку. Но при помощи золотого телепорта можно. Никто не запрещает. Так что у нас будут еще сделки. Единственное, что мы тогда с вами не попадем в AMRR, если вдруг не выпадет батарейка. Батарейка обязательно нужна при таком раскладе. Эйбель, пусть будет Эйбель. Сколько я ртов собрал на этом этаже уже, ребята, кто считал? О, еще плюс дамаг, ёшкин кот. Давай, больше дамага, богу дамага. Вообще разламываю. Просто крошу. Так, Витя Сид уже показывал. Так, парни. Не, в этот раз вы меня не вообще даже не дойдете до меня. Элджис. Так, Ера, она не нужна. Я с Алджизом все равно пойду. Алджиз, точнее говоря. С Алджизом. Так, ну что, последняя пара комнат. Смогу ли я дьяволу завалить без использования Алджиз? Делаем ставки, господа. Ой, не понял, погоди, а где, чё, как? Чё, никого нету? А кто будет во второй фазе? О, Ольга Дмитриевна, привет! А, все, пока. Ольга Дмитриевна, пока. Слушайте, своими гольфами. А на прикиньте, так, а батарейку я так и не нашел, да, к сожалению. Косяк. Ну, значит, в сделку хотя бы попадем. О, какая здесь сделочка, ребятки. Еще плюс дамаг, еще плюс... Ну, скорость атаки, конечно, не будет. А, плюс 0.6 всего лишь дало. Но, к сожалению, в AMRR мы не попадаем. Тупо нету батарей. У меня два монитора. О, боги, Ольга Дмитриевна. Смотрите, Ольга Дмитриевна, она была у нас и мамой, и дьяволом. Чувствуете? Отсылка какая. Дичайшая просто. Так, range up, speed up. Фух, ну, конечно, вероятность, что мы найдем папин ключ или карту, которая открывает комнаты. О, от взрывов мы теперь не страдаем, ребят.
Был бы я каким-нибудь другим героем, я бы еще и лечился взрывами. Но этот герой меня, так как у него нет здоровья, он не лечиться не может, не дамажится. Так что как-то так. Тома-тома. Терра-терра-тома. Рожа раз, рожа два. Так, босс там, поэтому пошли в другую сторону. Ой, сколько вас? Ай! Money power! Вот где бабки бы нужны. Да ладно, это Леночки! Вы посмотрите, это Ленки. Такие злые Ленки вообще. Дай-ка я пентаграмму нарисую. Ленка и Зуди. Ой, щоп-да-воп. Ну тоже мне нашли. О, а это тупо дамаг для меня. Смотрите, 25 центов взяли, плюс один дамаги. Нормалёсь. Нормалёк. Нифига себе, здесь бримстоунов сейчас будет. Так, хорош. Отлично, идем. Привет, Витек, пишут. Здорово. Так, а ну-ка быстро затащил, пишут. Этим и занимаюсь, ребят. Тащу безбожно, как видите. О, не. Не, для моего героя это смерть. Это мало, мало движения. Для Лоста это до свидания. 50 рублей от Мегагазон. Всем здорово, народ, и вам Витя. Как я вижу, имба уже собрано. Если уже утиные истории заказали, то хотел бы заказать Walt Disney черный плащ. Понятно, черный плащ-то уже был. Вчера только слушали. Зачем нам еще один? А зачем мне Полифемус? Я мух генерирую от количества ударов, а не от мощности. Поэтому я даже не возьму. Не, конечно, тупо можно. Тут и так понятно, что мы с вами победили. Давайте возьмем, хорошо. Давайте возьмем. Пиш, 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 пиш. Ёшкин кот, нифига себе. Что, ты один, что ли? Ходячие бомбы. Блин. А скачущий Полифемус, это тоже весело. И вот они, последние пары комнат. Интересно, а к Мегастане можно телепортнуться таким методом? Сейчас узнаем. The Lamp. Опа. Почему-то The Lamp это Леночка, ребят. Очень странно. Ну, конечно же, с такой имбой тут делать нефиг, все проходится. Так, ну, последнее использование, смотрим, куда нас телепортнет. Ха, Крампус, ну тебя тут занесло. Так, и еще одно использование давайте сделаем. Где-то там я видел батарейки. Вот сейчас от этого будет зависеть, куда меня телепортнет. Кстати, у меня, возможно, сейчас телепортнет в Аймерор, и я там умру. Но я все равно засчитаю себе это как за прохождение, вы же понимаете, мне дотронуться до сундука, и я выиграл. Что будет, если я уйду отсюда? Не. Нет, не работает Аймерор. Все, ребята, баста. Кибастас, называйте как хотите. Прошел. Прошел за Толика, ребят, даже ни разу не умерев. Даже не используя Катагаппи. 9 жизней, я имею в виду. Просто тру мужик. Он пентаграмму нарисовал даже на полу. И сразу может телепортироваться в пентаграмму. Воу!
Вот это я сейчас садану. О, аж спать захотелось. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. По-моему, очень даже классно получилось. Не забывайте лайкать, добавлять себе это видео в плейлист какой-нибудь. Там, знаете, под видео есть такая кнопочка, там написано «Добавить в». Туда жмете и выбирайте там, посмотрите позже, например, плейлист. И я счастлив, вы счастливы. Люблю вас всех, сердечки рисую. Кому-то там расписаться на стене надо было. Нет, не распишусь. Какая песня, господи боже мой, я сейчас рыдать пойду. Делитесь этим видео, пишите комментарии, подписывайтесь, читайте описание. Там даже ссылка на контактик есть. Всем всего хорошего, пока. Пока-пока.